буквально 2 месяца назад сканировал, нужно было сканировать заключение хирурга, которое было в Средней Азии. И там было таким же ломано, на таком же ломаном русском написано заключение, что я даже не могла разобрать, о чем оно. Ну, хирург у нас из Средней Азии и эндокринолог. Эндокринолог мне очень нравится, хирург нет, грубый. Я вообще не хожу в больницу. И жена у меня не ходит. Почему? Записываешься через 2 недели. Запись. Поэтому мы едем на платную Дмитров. Вообще, если вы зайдете в КДЦ, то вы на дверях не найдете, ну, может быть, найдете, мы еще не видели русских имен. Иногда бывает трудно разобрать, потому что там ошибки в русских словах, но нам сказали, все специалисты прошли обучение специально, имеют...